практически все художники писали поле цветущей фацелии, которое было высажено по благословению игумена Панкратия. И случилась такая забавная история, когда наши художницы рисовали, подъехал автомобиль, и из нее вышел священник, как нам рассказывали потом наши художницы. Они сразу очень сильно забеспокоились, что он вошел в центр поля, и стали ему всячески педагогическим образом сообщать о том, что эта фацелия посажена для пчел, которые не кусаются, которые привезены игуменом Панкратием специально на остров для того, чтобы делать здесь мед. И вот эти цветы, они предназначены только для этих пчел. Священник в это время стоял, улыбался и молча слушал. Значит, он сказал, что он больше не будет. Он сделал там один кадр и сказал, что больше не будет ходить в поле. Это был владыка Панкратий. Я надеюсь, что он нас простил. Вот так вот мы отличились.